Перед тем, как вы узнаете дату выхода серии любимого сериала, хотелось представить вам его небольшое описание. Прокурор Егид и Джем Чинар начинают действовать, чтобы опустить маску с лица Намыка и Мирхана. Джем готов сделать все, что угодно, чтобы спасти от них свою сестру Аслы. Эбру тоже подвергнет свою жизнь опасности, чтобы помочь Аслы. В доме проходит церемония бракосочетания, а Эбру в это время пытается пробраться к секретным документам, однако попадает в большую опасность, когда приходит Ферхат. Посмотреть очередную 7-ю серию турецкого сериала «Черно-белая любовь» на русском языке вы сможете после 28 ноября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!